уважаемые Александр и Надежда, администрация города Новочеркасска доверила мне зарегистрировать ваш семейный союз. В жизни каждого человека есть дни, которые особенно долго и бережно хранит память. Сегодня у вас такой незабываемый день. Сегодня рождается ваша семья. Вы вступаете в семейный союз, союз любви и дружбы. Мы приветствуем ваши намерения и искреннее желание стать супругами. В эту торжественную минуту прошу вас ответить, является ли ваше решение вступить в законный брак глубоко продуманным и твердым? Готовы ли вы со всей ответственностью отнестись к правам и обязанностям супруга? Прошу ответить вас, жених. Да. Прошу ответить вас, невеста. Да. Ваше взаимное согласие дает мне полное право в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ваш брак зарегистрировать. Прошу подойти к столу для подписания юридического документа. Уважение к своему браку. Прошу вас обменяться обручальными кольцами. Желанием и законодательством Российской Федерации сегодня, 11 ноября 2011 года, в столице Донского казачества городе Новочеркасске, ваш брак зарегистрирован, признан государством и обществом. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга! Александр, вам, как главе семьи, я вручаю ваш первый семейный документ, свидетельство о заключении брака, а также приветственный адрес и искреннее поздравление от губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева. Поздравляю вас. Уважаемые свидетели, вы самые близкие друзья молодоженов. Мы надеемся, что вы будете помогать и поддерживать молодую семью. И пройдя через годы, вместе с ними отмечать все семейные юбилеи. Прошу вас, подойдите, поздравьте молодых. Дорогие молодожены, уважаемые гости, прошу вас всех пройти в зал поздравления.